Привет, меня зовут Вика, и сейчас я покажу вам, как вставить таблицу в приложение OneNote 2007. Вводим слово. И далее нажимаем Tab на клавиатуре вашего компьютера. Таким образом, нажимая каждый раз Tab, у вас образуется ячейка вашей будущей таблицы. Для того, чтобы образовать колонку, вам нужно нажать Enter, и таким образом каждый раз сочетание Tab и Enter у вас образует новую строку. Вот так, очень легко и непринужденно мы сделали таблицу OneNote 2007.